Закарпатський обласний кардіодиспансер. Цей заклад є невеликим, він розрахований всього на 132 ліжка. Між тим, статистика каже, що 64% смертності та інвалідності припадають саме на серцево-судинні захворювання. Ця ж статистика стверджує, що 2/3 закарпатського населення має проблеми із серцем. У тандемі лікар пацієнту щодня, напевне, говорять про здоровий спосіб життя, а ще найчастіше борються за нього. Борис Тодуров, головний кардіолог Міністерства охорони здоров'я України, директор Київського міського центру серця, цього дня проводив дві операції в Закарпатському обласному кардіодиспансері. Ми скористалися можливістю поспілкуватися з іменитим кардіохірургом. Більше 10 років минуло з часу, коли він виконав першу унікальну для України успішну трансплантацію донорського серця. Про реформування вітчизняної медицини, недосконалість закону про трансплантологію, спроможність регіональних спеціалізованих кардіоцентрів виконувати складні оперативні втручання на відкритому серці – це лише деякі з порушуваних тем, на які Борис Михайлович встиг дати відповіді в перерві між операціями. Спасибо всім. Борисе Михайловичу, я рада вітати вас знову на Закарпатті. В черговий ваш приїзд. Цього разу ви приїхали з особливою місією. Але не секрет, що регіональні кардіохірурги досить обережні в виконанні деяких операцій. Це стосується того, що велика летальність, так, післяопераційна. На вашу думку, які фактори є гальмом, власне, у виконанні операцій регіональними хірургами, кардіохірургами? Я думаю, что в Закарпатье, слава Богу, открылся кардиохирургический центр, потому что сегодня далеко не во всех областях Украины есть своя кардиохирургия. До сих пор есть области, где нет даже ангиографии своей. Таких три области до сих пор существуют в нашей стране. Так что уже сам факт того, что есть кардиохирургия, это большое достижение и большой успех. Есть хорошая база, кардиоцентр, который оснащен, ну, практически по последнему слову техники. И это отрадно. Сегодня так вот обеспечить какой-то центр такой дорогостоящей техникой весьма проблематично. Так что можно поздравить сегодня Закарпатье с тем, что оно имеет свой собственный центр. Но центр этот находится в самом начале своего пути. Кардиохирургами большими никто не становится за 3-4 года. Самостоятельный кардиохирург – это человек, который проработал лет 15 в хорошей клинике, и только после этого он может выходить на такой самостоятельный хирургический путь. Так что вы в начале пути, область в начале пути, есть определенные успехи и хорошие успехи. В этом году в Закарпатье будет сделана первая сотня операций на сердце. Это уже большой успех. Так что, в общем-то, мне кажется, все идет хорошо. Если в следующем году получится увеличить количество операций хотя бы процентов на 30, то это нормально. Это нормальный путь развития. Из года в год увеличивать там, на 20, на 30, на 40%. Насколько я знаю, по отношению к прошлому году уже на 50% количество операций увеличилось. Так что очень динамично развиваются и хирурги, и все службы, анестезиологи, перфузиологи. Это же такая ступенчатая система, знаете, количество больных, развитие анестезиологии, развитие реаниматологов, развитие хирургов. И все это должно расти одновременно, потому что если где-то есть слабое звено, значит, все остальное тоже не растет. Поэтому сложный процесс, он осложняется и недостатком финансирования, и отсутствием ставок в штатном расписании, и ну, тем, что только самое начало развития. Ну, в общем-то, тенденция очень хорошая, специалисты есть, так что я думаю, что через 3-4 года здесь будет полноценный, очень, очень современный кардиохирургический центр, который полностью закроет потребности как минимум Ужгорода и близлежащих районов в хирургических операциях. За вашими словами, на 50 мільйонів населення повинно виконуватися 50 тисяч операцій, натомість виконується 6,5 тисяч, так?
Ще сумніше і статистика смертності. Це перше питання, яке ми порушуємо. Інша проблема – це безгрошів'я пацієнтів, так? Обмеження коштів. Чи маєте з цього приводу якусь якісну думку? Бо зрозуміло, що у процесі професійної діяльності вам доводилося виходити із власних ресурсів, власної інформованості, власних знайомств, яку треба допомогти врятувати життя пацієнту. Ну, действительно, есть довольно большая хирургическая задолженность по кардиохирургическим операциям. Еще больше это задолженность по стентированиям. Мы делаем сегодня 1/10 часть от необходимого количества стентирований коронарных артерий. В этом смысле в Закарпатье есть уже один ангиограф, есть целая служба, которая обеспечивает больных и на остром инфаркте, и хронических больных. Конечно, этого недостаточно, и вот по таким среднеевропейским расчетам в Закарпатье должно быть хотя бы 3-4 ангиографа. В целом считается, что на 300 тысяч населения, на 400 тысяч нужно один ангиограф. С учетом ваших отдаленных районов, конечно, нужно хотя бы 2-3 ангиографа иметь в Ужгороде, и по там, Хуст, Рахов, где-нибудь Тячев еще хотя бы по аппарату поставить, чтобы своевременно обеспечивать людей. Что касается второго вопроса о финансировании, уже сейчас понятно, что мы до сих пор используем и эксплуатируем потенциал еще наш советский. И таких новых клиник за 20 лет независимости было построено совсем немного. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы догнать то, что мы потеряли, этот темп развития за 20 лет. К сожалению, существует огромная централизация кардиохирургической помощи, и это, на мой взгляд, основная проблема сегодня в Украине. Приблизительно 80% кардиохирургических операций сегодня выполняется в киевских центрах. Это 3 самых крупных центра и еще там около 6 центров менее крупных, которые берут на себя там, по 300, по 400 операций. Поэтому задача поставлена, вот была у нас недавно встреча с премьер-министром всех ведущих кардиохирургов, и была поставлена задача децентрализации оказания помощи. То есть кардиохирургическая помощь должна стать доступной, должна стать своевременной и должна стать относительно хотя бы бесплатной для социальных больных. И, конечно же, должна оказываться на современном уровне. Так что эта тенденция уже выполняется в Закарпатской области. Создан свой центр, он работает. Есть определенное финансирование, на мой взгляд, неплохое, относительно других областей очень неплохое. Закарпатская область обеспечена сегодня оксигенаторами, клапанами, стентами, контрастным веществом. Вполне вероятно, что этого не хватает для 100% покрытия. Но хотя бы для экстренных случаев, для социальных больных, там, где вообще нет у людей, скажем, чем компенсировать такие расходы, на такие случаи все есть. В этом году Министерство здравоохранения потратило 264 миллиона на расходные материалы. Все было закуплено, и вот сейчас, буквально вот на этой неделе, уже развозится по регионам, по областям. Закарпатская область тоже получит свой лимит этих расходных материалов. Туда будут включены и стимуляторы, и оксигенаторы, и клапаны, и контрастное вещество, и стенты, и многое другое. Наборы для коронарографии, там порядка 30 наименований самых основных расходных материалов для кардиохирургии, узкоспециализированных. Так что вот на какое-то количество населения Закарпатская область тоже получит. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Ну, з огляду на цю інформацію, сьогодні ви оперували. Якої складності операції можна проводити в Закарпатському кардіодиспансері? Я думаю, що по уровню оборудования, конечно же, можна проводити любой сложности операции. То есть операционный стол, лампа, диатермия, АИК, аппарат искусственного кровообращения, все соответствует мировым стандартам. Есть некоторые проблемы, которые нужно решать, которые пока не разрешимы. Ну, например, ограниченное количество кислорода. Оказывается, что в кардиоцентр кислород привозят раз в неделю, ограниченное количество баллонов. Уже весь мир от баллонов отказался, уже везде пользуются только жидким кислородом, который привозят там бочку раз в месяц, и ее хватает на целый месяц расходования без всякой экономии.
Поэтому этот вопрос надо решать. Нужно решить вопрос со вторым дыхательным аппаратом, потому что это сегодня ограничивает количество пациентов. Вот мы первого пациента прооперировали, уже для второго пациента аппарата дыхательного в реанимации нет. Он будет уже выезжать на наркозном аппарате. То есть такие вот вещи, которые по ходу, в рабочем порядке, можно решать и подтягивать до современного уровня. Просто не было заказа, наверное, до этого, да, делались там 50 операций, всего хватало. Сейчас хирурги вышли уже на 100 операций, и оказывается, что уже чего-то не хватает. Это нормально, в этом нет трагедии никакой, просто по мере развития кардиохирургии потребуется решать какие-то технические вопросы, которые до этого были не востребованы. Сегодня стоит вопрос обеспечения жидким кислородом больниц и клиник подобного рода, клиник в Закарпатье. Об этом надо подумать, и это нужно решить. Потому что вот из Мукачева, оказывается, в Мукачево привозят со Львова кислород, а с Мукачева привозят по больницам Закарпатской области. Ну, честно говоря, это нерационально, это не нормальное использование бюджетных средств, это долго и это опасно. Потому что, не дай бог, где-то завалит дорогу снегом и не привезут кислород, и целый город окажется вдруг без кислорода. И все реанимации, и роддома, и все остальное может оказаться вообще вот в ситуации, когда не будет кислорода. Так что нужно продумать. Это просто вопрос безопасности всех больниц сегодня, не только кардиоцентра. Вот. Ну, я думаю, возникнут по ходу еще много технических вопросов, которые нужно будет решать в таком административном порядке, в техническом порядке. Ну, а вот в отношении вашего вопроса о финансировании, ни одна страна мира практически, ну, может быть, кроме Кубы, не обеспечивает свою медицину 100% из бюджетных средств. Такого практически нигде нет. Всегда присутствуют какие-то альтернативные источники финансирования. Нужно учитывать, что население стареет планеты, и по статистике, 85% медицинского бюджета потребляют люди старше 65 лет. Это люди, которые уже на пенсии, это люди, которые уже не производят ничего, это люди, которые не платят налоги, но потребляют при этом 85% медицинского бюджета. И по мере старения нашего населения нагрузка на бюджет медицины будет увеличиваться. К тому же каждый год начинают развиваться новые технологии. Они не дешевые. Каждый год появляются новые технологии, которые все дороже, 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 дороже. Сегодня вот имплантация клапана через аортальное, да, она стоит 30 тысяч евро. Если обычно мы вшиваем клапан, там, и это обходится в 4-5 тысяч долларов, и человек уходит здоровый, то новая технология, которая позволяет это делать менее травматично, она уже сразу на порядок дороже. И эти технологии завоевывают рынок, они входят в наш быт, они входят уже в рутину нашей работы. Поэтому мы ожидаем того, что расходы на медицину каждый год будут увеличиваться. И что делать? Как можно якісно решить это питание? Страховая медицина? Альтернативные источники финансирования. Для большинства стран это страховая медицина. Когда предприятия, богатые предприятия, на которых работают люди, платят за своих сотрудников, страховку, за социальных больных, за пенсионеров и детей платит государство страховку. Очень богатые люди страхуются в частных компаниях и имеют отдельную индивидуальную страховку, которая все покрывает. Вот. И таким образом есть социальная защита всех слоев населения. И это выход. Так построена медицинская система у наших ближайших соседей в Грузии, в Молдове, там, где мне приходится много оперировать. Я езжу и вижу, как это работает. И это работает. Вот те рассказы о том, что Украина сегодня не готова экономически к ведению страховой медицины, не совсем соответствуют тому, что мы видим у наших ближайших соседей. Неужели в Молдове экономика больше соответствовала введению страховой медицины 10 лет назад? Законы? Тем не менее, был принят закон, и сегодня в Молдове одна из лучших страховых систем на территории СНГ. Россия уже 10 лет с ним работает по страховой медицине. Вот. Поэтому в Грузии вообще замечательно все. Мы вот в этом году там прооперировали 80 человек, и страховые компании оплачивают полностью за все страховые случаи. Так что, я думаю, это выход будет для Украины – ввести страховую медицину. Тогда снизится нагрузка на государственный бюджет, появятся альтернативные источники финансирования.
появятся стандарты, наконец-то, в медицине, появятся расчеты стоимости медицинских услуг, то, чего мы сегодня не имеем. Сегодня все наши больницы украинские, в том числе и кардиологические, финансируются из расчета на койко-день, на койко-место. Это суррогатная форма оплаты. Как можно рассчитывать койко-место? Нужно оплачивать конкретно оказанную услугу. Сделали операцию пациенту, сделали, вшили ему клапан или сделали аортокоронарное шунтирование. Это имеет свою стоимость. По расходным материалам, по зарплате, по кислороду, по лабораторному оборудованию, по расходке. Вот. И, пожалуйста, оплатите. Эффективность формирования бюджета будет все. И тогда все становится с головы на ноги. Тогда есть контроль качества, потому что страховые агенты будут требовать выполнения стандартов. Тогда врач будет бегать за больным и будет заинтересован, чтобы этот больной прооперировался у него. Тогда больницы будут конкурировать между собой за качество оказанной услуги, потому что вслед за больным придут деньги от страховой компании. Тогда будет повышен уровень сервиса, появится нормальное питание в больницах, появятся новые технологии, потому что все будут конкурировать за страховые деньги. И люди будут, врачи будут в этом заинтересованы. Врачи будут заинтересованы в повышении своей квалификации, потому что это будет нормальная, здоровая конкуренция за больного. А страховые компании, в свою очередь, возьмут функцию контроля за качеством оказания услуг, за стоимостью оказания услуг, за степенью сервиса в больницах, за чистоту, за санитарные нормы и так далее, и так далее. Они будут считать осложнения. Они будут считать, у какого доктора какие результаты, и посылать там, где результаты лучше, там, где можно сделать это быстрее, качественнее и сэкономить, соответственно, средства. Так что страховая медицина в этом смысле имеет очень большое количество плюсов. Вот. Надо просто принять хоть какой-то уже закон, хоть в каком-то виде, поработать годик, посмотреть плюсы и недостатки, внести поправки какие-то. Так этот путь прошли все страны. Ну, перспектива скількох років чи десятиліть, власне, вирішення? Ну, до сих пор никто лучше не придумал систему, понимаете. Вот оставить государственную часть какую-то для таких направлений, как, например, туберкулез, лечение СПИДа, лечение каких-то эпидемиологических заболеваний. Глобальных таких проблем. Глобальных проблем. Это должно быть государственным. Тут не, да? Но если мы делаем операцию аортокоронарного шунтирования, мы знаем ее стоимость, мы знаем тарифы на оказание этой услуги. Ну, почему страховая компания сегодня не оплачивает? А сегодня ситуация парадоксальная в Украине. Даже те страховые компании, которые сегодня присутствуют на рынке, их там уже около сотни, наверное, приходя в клинику, говорят, государственную клинику, дайте нам счет на оказание услуги. А таких счетов государственная больница давать не может. Она может дать только счет на оказание благотворительной помощи. Страховая компания отвечает, мы благотворительностью не занимаемся. Мы готовы оплатить оказанную услугу. Но у больниц нет тарифов, у больниц по закону они не имеют права давать какие-то счета на оплату медицинских услуг, потому что присутствует у нас пресловутая 49-я статья, ну и так далее. Целый ряд проблем, которые не позволяют сегодня привлечь в нашу украинскую медицину альтернативные источники финансирования. Нужно законодательно поменять эту ситуацию, чтобы пришли новые деньги. Есть еще одна проблема. У нас не развивается частная медицина в силу этого, потому что частные клиники находятся в неравных условиях с бюджетными клиниками. У частных клиник даже тарифы на коммунальные услуги на порядок выше. В частных клиниках приходится больному оплачивать за все вообще, в отличие там, от бюджетных. Да? Поэтому будет страховая медицина, будет определена цена оказанные услуги, она будет одинакова для частной клиники или для бюджетной клиники. Более того, как подсказывает опыт там, Германии, в частных клиниках зачастую дешевле, потому что не нужно содержать большую надстройку администрации. В частных клиниках дешевле оказанная услуга. И в Германии сегодня в частной клинике прооперировать клапан или сделать какую-то операцию на сердце дешевле, чем в университете. Ми можемо повернутися до питання децентралізації і зміну статусу Київського центру серця. Можемо? Так, да, пожалуйста. А що це дасть для українців, якщо вийде статус міського в статус республіканського? Ви не боїтеся напливу пацієнтів? Чи це буде якимось чином відпрацьовано питання? Так, ми маємо сьогодні наплив хороший. Просто
На сегодня мы, принимая пациентов, скажем, из Закарпатья или со Львова, или из Донецка, нарушаем бюджетный кодекс. У нас 70% пациентов сегодня из других регионов. Так уж сложилось, что мы некоторые операции делаем эксклюзивно в Украине, и кроме нас их почти никто не делает или вообще никто не делает. И зачастую больной приезжает на скорой помощи прямо под приемное отделение, даже не согласовывая с нами, потому что я спрашиваю доктора, чего же вы едете сюда, не согласовав, даже не позвонил. Он говорит, нам все равно некуда ехать. Все равно, кроме вас, такого больного никто не примет, скажем, больного с тромбоэмболией. Да? Поэтому мы едем, зная, что в любом случае, кроме вас... А получается, что мы нарушаем бюджетный кодекс, потому что даже небольшие деньги бюджетные, которые мы получаем, мы вынуждены потратить на этого больного, иногороднего. Таким образом, все время нам делают замечания различные проверяющие органы о том, что, вы, являясь государственной больницей, муниципальной, городской, не имеете права оказывать услуги жителям других регионов. Ну, уже как-то все к этому привыкли, но сейчас мы просто это юридически уже узаконим и перейдем в новый статус. Мене дуже цікавить питання, власне, трансплантації органів, насамперед, унікальність вашого закладу – це пересадка серця. Скільки українців потребує пересадки серця наразі? Як ви вважаєте, от приблизне число, чи є таке воно визначене? Около 2000 в год, в середньому. Це ті больні, яким реально показано, і у яких немає противопоказань к трансплантації. От, треба би робити в Україні хоча б 2000. Яка перспектива у цих людей? Сейчас вот готовятся поправки к закону о трансплантации органов и тканей. Первый закон был принят в 1999 году. Не могу сказать, что он был там плохой или хороший, но он предусматривает презумпцию несогласия. Это значит, что после смерти пациента, после смерти мозга пациента, мы должны брать разрешение у родственников, получать разрешение у родственников. По логике вещей было бы правильно получить разрешение у самого человека, который при жизни дал бы либо согласие, либо несогласие на использование его органов в случае его смерти. Что заважает? Ментальность украинцев? Чи что заважает это принять решение при жизни? Кто должен информировать пересічного громадянина, что это, в принципе, нормально дать? Закон должен это предусмотреть, и после этого уже все технические решения по этому закону будут приняты. Во многих странах, вот как в Америке, например, там тоже присутствует презумпция несогласия. То есть, если пациент при жизни не дал согласия, то нужно спрашивать у родственников. Но при этом существует механизм, когда человек, получая права водительские, может определиться со своим выбором. Либо он согласен отдать свои органы, либо нет. В этом случае ставится в правах маленькая печать. На ней написано «орган-донор». Если такой человек попал в автокатастрофу и произошла какая-то травма, несовместимая с жизнью, и его доставили в больницу, то тогда могут взять и почки, и сердце, и печень, и роговицу глаза, поджелудочную железу, легкие. Один донор, как это ни прискорбно звучит, один умерший человек может спасти там, 10-12 других людей, которые находятся на грани жизни и смерти. Я вважаю, что украинцев, переважно большинство, так, украинцев не погодилось бы. Около 70% по опросу общественного мнения сегодня не согласны с забором органов после их смерти. Но это наверное, нормально. Отбирание от того, что я думаю, во-первых, это отражает ту степень недоверия к врачам, которая существует в Украине. Все-таки общий уровень медицины оставляет желать лучшего и присутствует некое недоверие к врачам. Как, впрочем, присутствует недоверие и к другим структурам государственным. Але коли йдеться про те, що треба срочно зробити операцію, так пацієнт просить зробити мені цю операцію, тоді він ніби довіряє лікарю, але повністю не довіряє. Знаєте, ситуація це не тільки це ситуація не тільки з медициною, те ж саме з міліцією, коли нас грабять на вулиці, ми кричимо міліція, приїжджають спеціалісти, знаходять, да, воров і так далі, і все. Но почитайте пресу, и вы увидите, сколько негатива в отношении милиции. Да? То же самое касается трансплантологов, к сожалению. Люди забывают, что трансплантология – это не наука о том, как забрать где-то органы, да? А это наука о том, как спасти безнадежно тяжелых больных.
И, к сожалению, средства массовой информации очень падки на разные сенсации. И слово «черные трансплантологи» звучит у нас с экрана довольно часто и в 99% случаев необоснованно. Зачастую люди, не разобравшись вообще, о чем идет речь, тут же вешают ярлыки и называют людей преступниками и рассказывают о том, что где-то под забором нашли человека, у которого вырезаны почки, не понимая того, что органы, которые мы берем, например, для пересадки, тоже сердце, живет всего 3 часа. То есть это еще слабая информированность людей. Печень живет 3,5 часа. Невозможно ничего это продать, это невозможно вырезать где-то в сарае или на кухне, или еще где-то, это никому не нужно. Это просто, ну, орган, который можно выбросить через 3 часа. Поэтому, когда вот рассказывают о том, что где-то там обнаружили кого-то, у кого-то чего-то вырезано, ну, это сказки на самом деле. При каждом вскрытии берут какие-то кусочки для биопсии, да? И это не считается преступлением, на это не нужно спрашивать разрешения. Мы, когда вырезаем опухоль у человека, мы берем этот кусочек для биопсии, мы же не спрашиваем разрешения родственников. Але велика кількість людей, які погоджуються на те, щоб у них забрали орган, українців є такі 30%. Багато. Вот по опросу 30%. Это довольно большое, значительное количество. Если бы мы сегодня могли каким-то образом отрегулировать прижизненное согласие, ввести какой-то реестр, например, при Минздраве, или ставить такие печати в правах, или в паспорте даже, что человек в нормальном сознании, в полном здравии, да, в доброй памяти, дает официально свое согласие на то, чтобы после его смерти взяли какие-то органы, можно даже оговорить, какие он может дать. В некоторых странах оговаривается, какие именно органы можно давать. В этом случае мы бы уже получили, ну, перекрыли бы потребность в донорских органах, я думаю, процентов на 50. Потому что все-таки 30% украинцев сегодня — это уже люди, понимающие, что такое трансплантология. Еще лет 10 назад даже такого процента не было. Так что мы продвигаемся, мы уже доказали, что мы это можем. Живут вот наши 2 пациента с пересаженными сердцами, один уже 10 лет в этом году. Мы же не варварская країна, мы же можем это делать на профессиональном уровне. Единственный путь, который сегодня приемлем, это путь изменения, принятия поправок к закону. Понятно, что с нашей ментальностью, с нашим уровнем недоверия мы не можем сразу, скажем, ввести презумпцию согласия, как это там в Испании или в большинстве европейских стран. Но хотя бы создать механизм прижизненного согласия – это был бы хороший, правильный выбор для нашей страны. И тогда не нужно было бы торговаться с родственниками о чем-то. И каждый человек, по логике вещей, должен такие решения принимать сам при жизни. Тогда не будет возникать всяких вот криминальных историй. Ну и нужно помнить еще одну простую вещь по поводу трансплантологии. Люди, которые находятся на листе ожидания, это люди, которые живут в ожидании своей смерти. И среди них есть бедные, есть богатые. И этим людям нечего терять, кроме своей жизни. Они готовы на все, чтобы получить донорский орган и чтобы остаться жить на этом свете. И если мы, врачи и законодатели, не дадим этим пациентам легальный, правильный путь к спасению, то эти люди так или иначе будут искать нелегальный путь. Они будут ехать в Турцию, они будут ехать в Израиль, они будут ехать в какие-то страны, где это можно сделать нелегально или полулегально, или криминально, или как угодно. Они будут в интернете находить себе доноров, они будут что-то делать, заказывать, я не знаю, но мы должны им обеспечить легальный, нормальный путь к спасению. Вот наша задача сегодня. Нас как врачей, вас как средств массовой информации, которые должны информировать людей о цивилизованных путях. Вот. А законодатели, наши депутаты, конечно, должны нас услышать и принять единственное правильное решение и внести поправки к закону, те, которые нам дадут возможность работать полноценно и легально, а больным нашим жить.
Власне, у продовження теми лікарі і законодавці. Ви знаний лікар у світі, світовій медицині. Вам давалося лобіювати професійні інтереси? Яким чином це можливо робити в Україні? Знаєте, хірурги завжди мають вплив на людей немножко більше, ніж інші люди, оскільки, ну, во-первых, ми лечимо різних людей, ми держимо в руках їх серця, ми їх спасаємо в житті. Иногда мы этим пользуемся. Откровенно скажу, что когда идет речь о том, чтобы продвигать интересы клиники или получить какое-то дополнительное финансирование для оборудования или там создать какой-то новый закон, то, конечно, мы имеем моральное право, пользуясь тем, что мы это не просим себе участок для дачи, да, мы просим, скажем, развития клиники, мы имеем моральное право снять трубку, позвонить кому-то и о чем-то попросить. И чаще всего, слава Богу, нам отвечают согласием, нам помогают, нас поддерживают. И, ну, было бы грех, наверное, не использовать такие возможности для того, чтобы нашу украинскую медицину продвигать. Ну, на завершення, в принципі, таке досить лайтове питання, бо я знаю, що ви поспішаєте на іншу операцію. Ні, там ще є у нас є півчаса мінімум. Так. Ви відповіли на головні питання в житті, там, життя після смерті, сенс життя, чи якісь пріоритети земного життя? Для себе? Людина, так. Да. Да, я давно, знаєте, я останні 2 роки їжджу на Афон. Я открыл это место для себя вот 2 года назад, и я даже не подозревал, что есть такие святые места. И когда попал первый раз, я не совсем еще понял, куда я попал. Когда я поехал туда 2 раз и пробыл там неделю с монахами, вот я начал что-то, у меня начало в голове укладываться, и вот уже после 3-й поездки я понял, что существует другая жизнь, существуют другие ценности, существует другая мораль. Вот, ну, приведу вам просто вот некоторые такие вещи. Мы ездим с моим другом Андреем Деркачем каждый раз, и он меня, собственно, так глубоко окунул в православие. И мы приехали вот последний раз и довольно долго разговаривали с игуменом Дахиара, это греческий монастырь на Афоне, один из старейших. Игумену уже далеко за 80 лет, последние 40 лет он настоятель Дахиара, монастыря. И один из молодых наших там коллег, которые с нами приехали, вечером, когда мы сидим у него в келье и разговариваем, задает вопрос. Это выглядит всегда в виде вопросов и ответов. Такая беседа. Задает игумену вопрос. Скажите, владыка, а как попасть в рай? Игумен отвечает, что есть 2 вида рая. Есть рай земной и есть рай небесный. Он говорит, ну а как вот попасть-то? Он говорит, а попасть можно через ворота. Ворота в рай земной большие, белые, широкие, украшенные цветами, светлые. Ты можешь спокойно через них зайти и попасть в земной рай. Он говорит, как же называются ворота? Эти ворота называются любовь. Полюби своих ближних, полюби своих пациентов, полюби своих родственников, полюби всех, кто вокруг тебя, и ты будешь в земном раю. Говорит, а какой же 2-й вид рая? 2-й небесный. Но ворота туда маленькие, низенькие, узенькие, приземистые, кривые. Говорит, как же эти ворота называются, батюшка? Говорит, вот чтобы через них зайти, ты должен встать на колени, пригнуться и протиснуться. И эти ворота называются смирение. Знаете, вот попадаешь туда, пообщаешься там один вечер, 2-й, 3-й, и так укладываются у тебя в голове какие-то простые истины, что ты возвращаешься и 3 месяца живешь спокойно, хорошо. Вот моя жена говорит, тебя хоть к сердцу прикладывай вот после Афона, 3 месяца ты такой умиротворенный, что вот тебя вообще не... как бальзам. Вот. Потом надо ехать опять, потому что наши ежедневные стрессы и бытовые проблемы портят те правильные разложенные мысли в голове, которые получаешь там. Еще один приехал, такой же бизнесмен, и говорит, батюшка, скажите, вот мне там бизнес предложили хороший, но мне для того, чтобы начать этот бизнес, нужно бросить своих друзей, с которыми я раньше работал. Как мне поступить правильно?
И батюшка отвечает, что запомни, самые большие золотые монеты лежат на вершине большой кучи дерьма. Если ты решил достать эти золотые монеты, то будь уверен, что перепачкаешься этим дерьмом с ног до головы. Такие, знаете, простые ответы. И так в течение 3 часов. И ты выходишь оттуда, и вот что-то понимаешь в этой жизни. Так что вот последнее время я этим живу. У меня вот мысли уложены в голове именно вот такими простыми понятиями. Угу. Да. Ваше ставлення до хірурга, який відмовляє в операції, можливо, та, що врятувала життя? Ну, з певних причин. Все зависит от причин. Когда хирург принимает решение оперировать или нет, он взвешивает риски. Риск оперировать и риск оставить пациента без операции. Это субъективные, может быть, какие-то понятия? Ну, знаете, есть объективные показатели. Даже есть специальные таблицы подсчета рисков. И эти таблицы разработаны на основании очень большого опыта и на основании большого материала аналитического. Если мы видим, хирург видит, что риск операции превышает риск оставить больного без операции, то эту операцию делать нельзя. Есть хирурги, особенно молодые, которые делают операции ради красивой операции. Так ему хочется этот интересный случай прооперировать, что иногда не видят рисков и не считают рисков. А зачастую больной без операции может прожить год или два. А риск операции превышает 50%. Если такого больного берешь в операционную, ты должен понимать, что ты нарушаешь заповедь «не навреди». Мы иногда делаем операцию, зная, что продлим жизнь пациенту не намного, не надолго, на несколько месяцев. Делаем паллиативные операции. Но дать пациенту, который вот сейчас умирает, и он 100% умрет в ближайшие часы или дни, дать ему возможность пожить еще несколько месяцев, даже сделав тяжелую операцию, это гуманно. И онкологи знают, что идет борьба за каждый месяц жизни, когда уже неоперабельная какая-то стадия онкологии. Идет борьба за каждый месяц. Это гуманно, это нормально. Вот наши пациенты, которым мы пересаживали сердца, это были практически умирающие пациенты. Вот один из них 10 лет живет. И за эти 10 лет воспитал дочку, она закончила институт, она вышла замуж, она стала самостоятельной. Второй вырастил детей за 5 лет, да, и дети уже взрослые, уже сами себя обеспечивают. И он прожил эти 5 лет в семье, в мире, в спокойствии. И вот. Поэтому даже небольшие сроки, которые мы можем дать людям пожить, вот, они очень важны в этой семье. Зачастую это просто несколько лет, которые мы даем человеку пожить, это выход из ситуации для многих из них, особенно где есть маленькие дети. Хирург, отказывающий в операции по каким-то причинам, во-первых, это может быть молодой хирург, который не уверен в результате этой операции, и это оправдано. Если у него мало опыта, и он не уверен, сможет ли он справиться до конца и выйти из этой ситуации, то такой отказ будет оправдан. Потому что, есть такая поговорка у американских зеленых беретов. Страх – ваш лучший друг. Страх – это интуитивное ощущение опасности. И если хирург имеет свою хирургическую интуицию и понимает, что вот здесь опасно, а здесь менее опасно, это замечательно. Есть инстинкт такой, так? Ну, не только, это и опыт своего рода, и подсчет какой-то, и все. Поэтому не всегда сделанная операция радикальная, которая привела к смерти больного, не всегда она оправдана. Тут очень тонкая очень тема. Тут надо учитывать и опыт хирурга, и возможности технические, и возможности и пациента. Что сделать операцию, не имея, скажем, хороших антибиотиков после операции, чтобы этот пациент выжил, смысла не имеет. Понимаете? Тут надо учитывать очень много факторов, чтобы понять, правильно поступил хирург или нет. Я дозволю собі звернутися до вас з побажанням, а бажаю вам удачі, бо ваша професійна удача – це… Можливо, інколи і перемога над смертю, і збереження життя українців. Чаще все так і відбувається. Дякую, гарно вам за розмову. Дякую.